начинаешь ценить сухие носки, сухую одежду. Кажется, нет ничего лучше горячего чая. Так что к таким вещам вдали от цивилизации привыкаешь. Но самое сложное, это, конечно, в общем, есть какое-то такое высказывание веселое. В общем, неправильный турист — это тот турист, который начинает приспосабливать к жизни вещи, которые ему не нужны. То есть в рюкзаке у меня оказались в итоге совсем ненужные вещи, но они все-таки сгодились в быту.